Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Discovery 2006 года выпуска. Discovery 3, 2.7 автомат. На этом автомобиле мы сегодня в передних фарах заменим лампочки габаритов. Стоят светодиоды, но уцененный вариант. Все диоды сгорели, лампы не работают. Также поставим светодиодные, но немножко другого формата. Здесь, чтобы лампочку заменить, ее не просто так заменить. Надо снимать решетку и снимать фары. Ну, снимается это довольно-таки здесь просто. Покажем. Снимаем решетку. Здесь вот сверху 4 таких защелки. Опускаются 4 фиксатора. Он опускается вниз и вытягивается вперед немножко. Вот оно. И вот здесь вот снизу тоже есть фиксатор. Он поднимается вверх. Также и с этой стороны. 4, то есть этих 2 мы вперед, а вот здесь вот снизу, вот он под пальцем, мы его вверх. Все, решетка у нас снята. Теперь снимаем фару. Вот он фиксатор 1. Его поднимаем вверх. Вот так вот. Видно, он из зацепления вот вышел. И вот он фиксатор с этой стороны. И вот так же поднимаем вверх. Вот так вот. И фара у нас. Полностью отходит. Разъединяем разъем. Вот фара снята. Вот такие вот лампочки установим. Сдвигаем защелку вверх. Поворачиваем вот эту крышку. И поднимаем ее. Вот наш габарит. Только сначала, прежде чем поставить, нам надо будет проверить полярность. Сейчас не собирая, не закрывая. Мы подключим разъем, проверим, светит или не светит. Все, с полярностью угадали. Отключаем и закрываем крышку. Ставим крышку, поворачиваем ее и вот этот фиксатор ставим по центру, вот чтобы у нас вот так вот по центру встал, тогда зайдет нормально и защелкнется. Устанавливаем. Подключаем разъем. Одеваем фару. Все,
Фара установлена. На второй фаре я тоже лампочку заменил. Устанавливаю на место решетку. Вот защелки, про которые я вам говорил, снизу. Все установлено. Сейчас включу габариты, проверим. Все работает, все замечательно. На этом замену лампы габаритов в передних фарах мы закончили. Всего вам доброго!